Велосипед называется Cruiser Bike. Что-то такое, возможно. Хотя тут написано Тайвань. Но может быть что-то это из Америки. Огромные стальные обода. Очень прочные. К сожалению, сильно кривые. Тормоза вот такого вот клещевого типа. Передняя втулка, в принципе, живая. Там есть, конечно, износ. Перебрали. Очень-очень много литого. Осталось поправить колесо. Не знаю, сможем или нет. Постараемся поправить. Шатуны под клинья. Шатуны на 3 звезды. А вот заднее колесико, к сожалению, ему плохо. Там уже трещины везде. Соответственно, колесо никуда не поедет. Сейчас будем предлагать решить этот вопрос кардинально. Видите, по краю там трещина пошла. Очень хорошо видно это. Закончили ремонт Cruiser байка. Перебрали рулевую, перебрали каретку, поменяли там подшипники. Вытянули почти ровно. Вытянули переднее колесо, перебрали переднюю втулку. Задняя втулка, к сожалению, оказалась мертвая. Поэтому поставили сюда втулку на пром подшипниках. Настроили тормоза, правда, не тормозят по хромированной поверхности, но зато не цепляют. И настроили, соответственно, переключение передач. Потому что здесь очень интересные монетки, в которых очень-очень много положений. Соответственно, все настраивается даже на кривых переключателях. Правда, передний был настолько кривой, потому что пришлось его поменять. Нашли вот такой вот древний-древний-древний аутентичный Shimano. Так что все отлично теперь работает. Такой вот необычный велосипед. И самое интересное, смотрите, вот такая геометрия рамы. Здесь широкая, здесь узкая. И вот буквально 2 дня назад я варил же вот эту раму, она тоже здесь широкая, тоже узкая. То есть это, похоже, один и тот же производитель.